муродов. Мираджи приглашаются в Синюга. В Октагон я хочу пригласить бойца из синего угла. Его рост 177 сантиметров, его возраст 25 лет. Он является кандидатом ассоциации по алтайскому боксу. Он представляет Ума. Боец красного угла Артур Галеонин, возраст 24, рост 171, представляет клуб «Витязь», город Ногинск. Вот, все, не спеши, не спеши, ноги обойди. Не спеши, не спеши, не спеши. Расслабь, расслабь, нет, сам на колени сам. Да, правильно. Смотри, сейчас обойдешь, ногу сейчас обойдешь. Не спеши, не спеши, не спеши. Вот здесь, Артур, ногу обойти надо. Выпрями спинку. Я к вашей. Артур, можно будет ноги обойти, он уже сам отпускается. Она корпус спина надо. Артур, спину подошла. Спину подошла. Вот, обошел ногу, смотри. Артур, он выпрямись, дай мне ноги пораспеть. Да. Сейчас выпрямись, выпрямись, сразу ноги обойди. Стой. Да не нужно ног, зачем ты опять? Да, выпрямись, ног. Обойди ног, вот. Поднимай. Руки под мышку, обе под мышку поправь. Поднимай. Поправься сначала, заправься, хорошо. Вот, заправляй ножки, можно понакидывать. Вот здесь понакидывай чуть-чуть. Еще. И с другой стороны молотком. Три. Еще. Растянул. И бить опять. Она три. Она же больше. Полушаг. Полушаг того. Полушаг лёплерин. Артур, накрыть надо. Твой вармай. Вермай. Стоп. В этом бою удушающим приемом победу одержал боец из красного угла Галеонин Артур! Спасибо всем, кто за меня болел, переживал. Привет моим родителям, я очень сильно люблю. Спасибо.